Губернатор Олег Кожемяка поговорил о новых направлениях сотрудничества с заместителем генерального директора китайской компании Бэйдахуан Групп господином Танхао. Эта компания уже занимается сельским хозяйством на территории нашего края. Сейчас намерена строить зерновой терминал. Компания Бэйдахуан уже реализует свои проекты на территории Приморского края. И задача создания здесь агропарка. То, что позволит видеть и переработку продукции, видеть новые технологии, которые могут применяться в сельском хозяйстве на территории Приморского края. Компания, которая закупает продукцию наших сельхозпроизводителей. И, безусловно, строит здесь логистические терминалы. Безусловно, для нас это имеет большое значение. Это и возможности экспорта нашей продукции, возможности применения новых технологий, в том числе она сейчас будет сотрудничать и с нашим институтом семеноводства по выращиванию наиболее продуктивных сортов семян сои, риса, имеет большой опыт, в том числе в мелиоративных работах по выращиванию риса примерно по схожему климату. Ну и, конечно, для нас еще главная задача – это все-таки экспорт меда. Это было во главе наших переговоров. Мы договорились о том, что в ближайшее время мы выйдем, в том числе с представителями этой отрасли, выйдем там и с корпорацией, с Министерством сельского хозяйства, с тем, чтобы посмотреть, какие формы нужны для того, чтобы запустить этот проект более масштабно. Значит, может быть, на основании тех опытов, которые были в советский период, создания структуры, которая бы отвечала оптовым закупкам и поставкам уже крупных партий меда. В силу того, что все-таки Приморье – это такой край, где множество людей занято пчеловодством. Это давало бы возможность работать людям в сельской местности, получать какие-то доходы.